Выпил и сел за руль. На 3 года в тюрьму. Ужесточить наказание для пьяных водителей. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Министерстве внутренних дел. Как считают в ведомстве, цитата, данные деяния будут отнесены к разряду средней тяжести, что будет в большей степени соответствовать тяжести последствий. Пока же законодательство не позволяет привлечь к реальному лишению свободы водителей, которые сели в нетрезвом состоянии за руль впервые. В детских садах Магнитогорска за последние 2 года появилось 1200 новых мест. Это позволило значительно сократить очередь в дошкольные учреждения. Так, детские сады Магнитогорска посещают 86% детей. Показатель выше, чем в среднем и по области, и в Челябинске. Начальник управления образования Александр Хохлов рассказал об исполнении указов президента в образовательной сфере. Позволили сократить очередность для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Уменьшить процент переукомплектованности в детских садах в южной части города и полностью решить вопрос по исполнению указа президента Российской Федерации о 100% доступности дошкольного образования с 3 до 7 лет. А вот чтобы все школьники учились в одну смену, в юго-западной части города необходимо построить 5 новых школ. Также, следуя стратегии, предложенной губернатором области Борисом Дубровским, в Магнитогорске стали уделять больше внимания учреждениям дополнительного образования. В частности, на развитие технических кружков и секций в этом году направили около 1 000 000 рублей. Сегодня в Челябинской области стартует первый этап 4-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования в рабочих профессиях пройдут на базе Магнитогорского политехнического колледжа по 16 специальностям. Строительство, веб-дизайн, мехатроника, дошкольное питание и другие. В этом году чемпионат приобрел статус открытого. Приедут участники и эксперты со всех регионов России. Подготовили и программу для школьников. Каждого предложат пройти экспресс-диагностику профессиональных интересов. На этой неделе температура воздуха в Челябинской области может опуститься до 30 градусов мороза. На Урал придет антициклон из Центральной Сибири. По данным гидрометеоцентра, ожидается резкое понижение температуры. Пик холодов придется на 15 ноября ночью от 23 до 28 градусов, местами до минус 30 и ниже. Днем от минус 19 до 24 градусов. Не исключено, что из-за морозов занятия в школах Магнитогорска могут отменить. Ярмарка верхней одежды возвращается в Магнитогорск. 17 ноября по 4 декабря у нас для вас новая зимняя коллекция курток и пуховиков. Все по 3500 рублей. Любые размеры во Дворце спорта имени Рамазана на Ленина 97. 14 ноября синоптики обещают в Першамбиналазе днем минус 21-23 градуса, в Кизильском до 24 градусов мороза, в Верхнеуральске в дневные часы минус 23-25. В Магнитогорске пасмурно, снег до 22-24 градусов мороза.